Умный домофон – это система доступа в подъезды, которая представляет целый ряд возможностей абоненту. Владельцы квартир смогут открывать общую уличную дверь с помощью своего телефона, находясь в любой точке мира, принимать видеовызовы, создавать временные коды доступа для гостей. Этот пилотный проект запущен уже и в Магадане. Кто к вам обратился, даже если вас нет дома, вы все равно увидите. Вам придет вот такой звонок. Вы, ответив на него, сможете спокойно увидеть, кто сейчас к вам обращается, услышать, поговорить с ним. И, если необходимо, ну, открыть ему, соответственно, дверь, если вдруг это необходимо. А также, дополнительно, если к вам пришли гости, вы не можете ответить, не знаю, есть ключи хотя бы, да, вы можете создать ему код, и он получит свой какой-то уникальный код. Набрав его здесь, он сможет также попасть спокойно внутрь подъезда. По словам жильцов дома, где уже установили такое устройство, они им оказались довольны. Результат превзошел их ожидания. Спустя сколько у нас уже стоит месяц, все довольны, даже самые, которые были критики. Ваша бабушка ярые есть. Такие, да? Ольга Ивановна, критик 100% и сказала: супер вещь. Гиванна, да. Да. Ее очень часто мучают дети. У нас же очень много детей вот здесь. И дети нажимают когда на кнопку, и у нас звонит везде домофоны. Это пожилых людей немножко отвлекает. А сейчас нет. А сейчас она просто посмотрела и подошла к родителям, сказала: успокойте своих детей. Отлично. Да, это вещь хорошая. Это не только ключ в дом, но и система безопасности. Да, это всего пространства. Система, вот да. Во-первых, когда ребенок остается дома один, кто-то мы увидели в камере, я, допустим, нахожусь на работе, вообще посмотрела, кто-то пришел. Классная вещь, классная. Да, рекомендуем. Цена за обслуживание такого домофона пока не указывается, но, по словам представителя Ростелекома, стоимость не будет сильно отличаться от той, которая сейчас есть на рынке. Он уверен, что в скором времени умные домофоны станут привычным явлением в домах Магаданской области. Анна Корнетова, Виталий Моряков. Специально для Карибу.